Юрий Шевчук в роли Шекспира, Ледовый дворец, как театральные подмостки. ДДТ привезли в Мурманск свою новую программу «Иначе», признанную лучшим шоу 2012 года. О том, как мурманская концертная площадка на один вечер превратилась в Лужники, расскажем далее. Юрий Юлианович привез не просто новый альбом. На один вечер превратил Ледовый дворец в рок-площадку иного уровня. Для этого пришлось, правда, привезти 3 трейлера техники, звука и экран в 1000 квадратных метров. Но поклонники пришли даже не из-за яркого шоу, а ради встречи с кумиром. Это очень давно было, я еще в ПТУ учился. В Питер ездили почти каждый уикенд, как сейчас принято говорить. И попали на концерт. И все, с этих пор все нормально. Знаю, помню все песни почти. Когда долго едешь на мотоцикле, просто в голову залетает, не вылетает. Я просто пришла отвлечься от работы, послушать живой звук. Говорю, очень хочется, конечно. Говорю, увидеть живую. Учился на гитаре играть, и одни из первых песен это были его. То есть, которые мы играли там во дворе где-то там. У него песни все со смыслом. Да, мы любим вообще... его на самом деле за смысл. Мы с самого детства, воспитаны, да. На этих песнях. Поэтому хотели посмотреть на него вживую. Вообще, я очень мечтала попасть на концерт. Родители в свое время не пустили. Лет 14 мне было. Сейчас вот мечта из детства сбудется. Очень рады быть в Мурманске. Очередной раз. Мы здесь давали мир номер ноль, да? Было? Программа «Иначе» первая за 13 лет. Изменилось многое. Новый молодой состав группы, вместо «Родины», про которую кричат «Уродина», теперь «Новая Россия», вылезающая из огня, и сюжетная линия почти с театральным «Гамлетом» 21 века. Вот наш современник с вами 20-25 лет. Да, который просто иногда бесится и пытается... Вы помните, вот Pink Floyd «Стена», да? И стены эти рухнули, и Запад, Восток, все хорошо. А мы посчитали, что они не рухнули никак. Они просто стали стеклянными. Из пуленепробиваемых стекол. И мне немного нужно лишь свободно оставаться самим собой. 25-летний Шевчук танцует наравне с молодыми музыкантами, читает со сцены стихи и ведет своего Гамлета от съезда в ЦК к сегодняшним дням. В конце, кстати, герой находит ответы на вопросы «Быть или не быть?» и «Как быть?».